Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 5. Вычисли значения выражений удобным способом. 2400 разделить на 100 и умножить на 3. 2400 разделим на 300. Убираем 2 нуля в делимом и делителе и 24 делим на 3. Получается 8. 72000 разделим на 900. Так как 90 умножить на 10 будет 900. Убираем по 2 нуля в делимом и делителе и делим на 9 число 720. Ответ 80. 9 умножить на 100 будет 900. Если 8100 делить на 900, мы должны 2 нуля убрать в делимом и 2 нуля в делителе. Получится 81, деленное на 9. Это 9. 10 умножим на 800. Получится 8000. 32000 разделим на 8000. Для этого уберем 3 нуля в делимом и в делителе. 32 разделим на 8. Получится 4. 3 умножить на 100 будет 300. 600 будет 300. 300 разделим на 50. Убираем по 1 нулю в делимом и делителе. И на 5 делим число 30. В итоге получаем 6. Умножить на 90 получается 900. 9000 разделим 900. Для этого мы убираем по 2 нуля в делимом и делителе. И 90 делим на 9. Получаем 10. Теперь нам 10 разделить на 30. В данном случае у нас получится 0, а остаток 10. У вас возник вопросы? Оставь комментарии под видео.